идем на обед в отеле Ака Олинда. Я не сказала, но завтрак начинается с 7 до 10 часов. Сейчас 1:30. Обед с 12:30 до 14:30. А ужин с 6:30 до 9. Начнем, скорее всего, мы с салата. Салаты тут разные. Говорите, что хотите, какой хотите, и вам наложат. Это добавки к салату. Здесь еще бывает тунец, жареный хлебушек, кукуруза, каперсы. Это разные соусы, бальзамические, лимонные, просто оливковое масло и так далее. Пройдем дальше здесь. Здесь разные жареные, печеные овощи, потом салатики. Из салатов тут рыбка, крабовые палочки, просто соусы, курица, шпинат, фасоль с мясом. Потом здесь какие-то нарезки. Вообще что-то непонятное и интересное, не знаю. Я здесь не пробовала ничего, не очень люблю маринованное. Здесь у нас оливки, капуста, ялапено и всякое другое. Здесь можно взять просто нарезанные овощи. Овощи, зелень. Много людей. Так, здесь у нас пицца. Закончилась. Эти пицца вкусно. Рис. Здесь что-то из телятины. Долма. Их долма какая-то. Фаршированный перец. Фаршированный баклажан. Здесь тоже какая-то телятина, наверное. Индейка. Окей. Индейка. Так, проходим дальше. Дальше у нас, как всегда, фрукты, фрукты, фрукты. Ого, где вы сидите? Булочки. Суп. Суп гороховый и суп просто борщ. Ничего, выглядит борщ. О, борщ как борщ. Отлично. И здесь можно в суп положить зелень и хлебушек. Там, как всегда, вот там где-то диетический стол есть. Здесь гороховый суп. Ой, не показала. Вот. Тут у нас курица вареная. Вареная рыба тоже там. Здесь были наггетсы и пшеница. И картофельное пюре. То есть, если вы хотите картофельное пюре, оно всегда здесь есть. Всегда. На каждый обед и, наверное, на ужин тоже. Ну, давайте посмотрим, куда еще вегетарианское. То есть здоровое питание, даже не вегетарианское, а здоровое. Видите, здесь везде пишется калории. Так, здесь у нас гречка, зеленые бобы, там где-то. Потом рагу из куриц с овощами. И сок из кабачков. Вот так. Здесь, на улице. Гриль. Гриль отдают. О, сегодня такос. Супер. Красиво. Какие-то блинчики. Сосиски. Можно делать типа хот-доги. Рубленное мясо, соус, овощи на гриле. Проходим дальше. Ой, тут закончилось. Был лосось. Здесь тоже овощи на гриле и курица на гриле. Но это да, это на гриле. Это все нужно просить, чтобы дали. Вот там сразу все жарят.
вот такая вот красота. Там курочка на гриле, я вижу. А здесь всегда есть макарошки, спагетти. Вот просто спагетти. Дальше наполитанский соус. Макароны с овощами. И паста. Вот что-то это должны быть... Короче, похоже на пельмени, но это не пельмени. Макароны с фаршем. И сыр. Вот. И заходим внутрь. Покажем десерты. Из десертов, как всегда. Разные все. Все, конечно, похожие, но все разные. По цветам и так далее. Всякие тут пирожные, пирожки, торты, тирамису. Вот еще тортик один. Тоже всякие тут. И еще тортики. Ну все, на обед это все. Не сказать, что очень большой выбор. А, еще я пропустила картошечку. Картошечка тоже всегда есть на обед и на ужин обязательно. И здесь еще голубцы. Вот, картошечка есть всегда, очень вкусная. На обед выбор всегда есть. Но, конечно, бывает и больше. Но как для такого отеля всего хватает, все довольны, никто не голодный, никто голодный не остается, в общем. Совсем все неплохо.